Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор «Северодвинск молоко». О чем мечтаешь, Лизонька? О коктейле! О, это пожалуйста. Крекс, пекс, фекс. ОАО «Северодвинск молоко». Любят дети, ценят взрослые. В четверг, 29 июня, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается ночью 7 градусов тепла, днем 10. Ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 761 миллиметр ртутного столба. В народном календаре 29 июня Тихон-Тихий. В старину считали, что в этот день весь мир затихает, замолкали даже птицы. Впоследствии астрономы доказали, что к 29 июня наша планета начинает двигаться медленнее. Спонсор Небесной канцелярии «Северодвинск молоко». Полезные продукты для вашей семьи. У меня все прямо сейчас. Продолжение «Вестника Северодвинска».